Ну что, ребята, ждали 7-й выпуск влога Cordiff Live TV? Тогда погнали! Элвис, пожелай. Нет, сейчас. Террорист. Итак, дамы и господа, сейчас мы находимся на потрясающем свадебном торжестве Евгения и Владиславы в банкетном зале Лермонтов. Этот праздник только набирает обороты, ну а мы с вами движемся к нашим гостям. Погнали! Дорогие друзья, сейчас на данном этапе времени мы находимся в ТРК «Калаш». Ожидается буквально через несколько мгновений потрясающее событие, а то есть праздник любви, самый что ни на есть. Посмотрим, что будет дальше. Мы только начинаем. И, соответственно, соляр. Вот это поворот! В тот момент, когда наши гости все находятся просто в невероятном настроении, и это наш красавчик. Женя, как настроение? Огонь! Ты чувствуешь себя мужем, Жень? Да, я уже давно его себя... Ну как это так? Молодец! Ребята, вот чего мы посоветуем? Терпение, терпение. Красавчик, молодец. Так, вот мы что пожелаем? Уважение. Уважение, прекрасно. Так. Понимание. Прекрасно, так, хорошо. Пашка, все сказали, любви. Любви, вот, вот оно, что не найти самое важное. И сына. Красавчик, сколько? 8. 8? Значит... Футбольная команда, ребята, да вы что, куда так? Отлично, мы движемся дальше, все только начинается, друзья. Классно. Сейчас я нахожусь за сценой. Самое что интересное, вот видите, вот та коробочка. Там находится очень-очень большой торт в виде сердца, и его пока что еще никто не видел. Есть возможность на него посмотреть. Вот такая красота нас ждет. Девушки, у меня к вам серьезное задание. Прямо сейчас вы должны посмотреть в эту камеру, что-нибудь сказать. Давай, 3-4. Желаем счастья, здоровья. Быстрая адаптация. Так, тихо, моя любимая песня. Танцуем. Так, на то, что танцуем. Ручки выше. Как вас зовут? Надежда. Надежда. Давай, 3-4. Готов успеть? Давай, 3-4. Вот так вот все и начинается, друзья. Надежда, это мужской туалет. Ты куда? Да я пошутил, Надя, я пошутил. Да! Курить? Женя, какой курить? Да ты че? Продолжаем. Дорогие дамы и господа, давайте мы потише громче аплодисментами наших артистов громче! Девчоночки, привет! Вкусно? Вкусно? Отлично. Классно! Давайте мы что-нибудь пожелаем влюбленным парочкам. Любви, естественно. Да. Любви, чего еще? Любите друг друга, пока любите, живем один раз. Вот тогда. Вот так вот, замечательно. И чего еще, дорогие мои? Счастья, здоровья. Любви. Самое главное, здоровье, остальное можно все найти. При этом вам аппетита. И все, пока-пока. Спасибо вам, давайте пятюлечка. Опа! Я не знаю, как... настоящим, у тех, кто думает, что все, и ты, игра, скорее всего, у тех, скорее всего, не получит демо-версию. Как вас зовут? Максим, что мы пожелаем нашим молодоженам? Ну, самое главное, долгой совместной жизни. Максим, вам от души пожелал. Это для вас, ребята. Опа! Погнали дальше!
девчонки! Скажем несколько слов. Несколько слов в честь нашего потрясающего праздника. Давайте пожелаем нашим всем влюбленным парам. Счастья. Счастья? Да. Счастья, любовь и здоровья. Счастья, здоровья. Счастья, здоровья. Да. Здоровья. Счастья, любовь и здоровья. Счастья! Остановитесь. Тербальный, друзья, посмотрите. Вот так вот, вот настолько он оказался вкусным. Элвис, красавчик, сколько сегодня пар ты зарегистрировал в своем Лас-Вегасе? Больше 300, 30. Больше 30, 300? Нет, ну это на перспективу. А, проходили мимо 300. Шикарно, потрясающе. Так, я думаю, что сейчас, в скором времени, после того, как все насладятся великолепием нашего прекрасного тортика, все подойдут к себе. Да, мы на это очень надеемся. Очень надеемся. Ты с большим удовольствием, конечно же, в своем стиле, вот это вот, там, рок-н-ролл и так далее. Конечно, мы поженим всех ребят. Молодец. Всем пожелай. А, нет, ну это я нарежу, окей. А, Элвис, пожелай. Сейчас. Элвис, пожелай. Нет, сейчас соберусь. Ты еще с ума сошел? Элвис, скажи несколько слов с пожеланиями влюбленным парочкам. Я желаю вам счастья, здоровья. Давай еще раз. Ученые назвали это естественным отбором. Я желаю любви, тепла и искренних чувств. Красавчик, Элвис, не могу. Молодец. Слеза потекла. Вы являлись явными свидетелями всего происходящего. Скажите, как вам вообще концерт? Очень понравилось? Супер! Особенно, пипер. Когда сделали... Это был Эшкаре! Эшкаре! Красавцы! Это было классно, когда делали предложение. Когда предложение делали, да. Было очень здорово, да? Трогательно. Цветы пришли, там цветы пришли. Я вообще плакал. Колечко. Колечко. Там вообще у меня слезы были. Эшкаре! Вот так вот, друзья. Ну ладно, молодцы. Ставьте лайки! Да молодцы! Подписывайтесь на канал!